Доброе утро, с вами, как всегда, Дмитрий Кипин, и сегодня у нас на завтрак необычный бутерброд. И мы приготовим заливной бутерброд с говядиной. Возьмем тостовый хлеб, говядину, перец, яйцо и молоко. Поехали. Говядину нарезаем тонкими кусочками. Я бы назвал это же практически соломкой. Добавляем немного растительного масла и обжариваем до готовности говядины. В такой бутерброд вы можете использовать не только говядину. Возьмите любое мясо, которое у вас есть. Свинина, курица. Можете взять ветчину, грудинку. Можете приготовить его без мяса. Как вашей душе угодно. Пока жарится говядина, я нарежу перец соломкой. Отправляем его к говядине. Пока обжаривается мясо, приготовим основу для бутерброда. Вырежем из тостового хлеба мякоть и саму жидкую основу нашего бутерброда. Это куриное яйцо и молоко. Взбиваем это все. Взбиваем. Говядину снимем пока на тарелку. На этой же сковороде обжариваем тостовый хлеб. Сюда говядину отправляем к яйцу. Перемешиваем это все. И заливаем наши бутерброды смесью яйца, говядины и перца. Жарим до готовности буквально 2-3 минуты. Немножко зелени освежат бутерброды и придадут радости любому блюду. Приятного вам аппетита!